Я буду делать обязательно, потому что я поболел, я посмотрел, что там творится в этой больнице, и как люди это тяжело переносят, и поэтому я буду вакцинироваться. Выйдя с больницы, пробыв срок, который положен, провакцинироваться. Конечно, пойду. Да, собираюсь. Так я уже сделала. Я приезжая, я по месту жительства, я иногородняя, так скажем. Но вы уже да. Сделали или нет? Ну, одну, да. Теперь вторая будет. Пока нет еще. Пока нет. Ну, конечно, собираюсь. Еще не сходили. Мы зимой болели. Хотим узнать сначала уровень антител, а потом соберемся и сделаем. На всякий случай. Хотя и болеют после этого. Прививка – это самый безнаказанный способ обойти иммунную систему и занести вакцину. Я говорю, на все Божья воля. Вы знаете, очень просто и легко. Это так и так на кладбище идти. Это же международная проблема. Надо. Плюсы перевешивают, чем минусы. В детстве делали, ничем не болели. Не, ну и в отпуск лететь, чтобы не было никаких. Мы не будем болеть, если мы точно так же будем прививаться. Ну, что ж, ее надо сделать. Я считаю, что так. Потому как будет то, что будет, но лучше ж купить лотерейный билет. Почему бы? Жить хочу, умереть не хочу. Я вообще только за. Только за. Это, ну, это необходимость. Куда теперь деваться? Иначе так мы и будем всю жизнь умирать и болеть. Мало того, что переболеешь, так ведь последствия какие серьезные.